прокуратура Алматинской области выпустила социальный ролик, который призывает злостных неплательщиков алиментов выполнять обязательства перед своими детьми. Также создана рабочая группа из числа сотрудников правоохранительных органов, представителей общественных организаций и духовенства, которая будет заниматься разработкой предложений для усовершенствования законодательства об исполнительном судопроизводстве, а также проводить различные мероприятия по пропаганде семейных ценностей и заботы о детях. По данным органов юстиции, число разводов с каждым годом растет. Только в прошлом году в Алматинской области количество расторгнутых браков превысило 5000. В сравнении с 2011 годом на 1000 случаев больше. А это, соответственно, ведет и к увеличению числа детей, которым их отцы должны платить алименты. Поэтому, по мнению сотрудников надзорного органа, следует не только бороться с теми, кто уклоняется от обязательств перед своими детьми, но и активизировать работу по пропаганде семейных ценностей. По области более 14,5 тысяч детей нуждаются в алиментах. То есть они либо не получают, либо не своевременно получают алименты. Мы пытаемся через этот видеоролик призвать население, чтобы они заботились о своих детях.